что делать с неприятными чувствами, которые нас посещают, или неприятными мыслями, или разными неприятными происшествиями, которые нам вспоминаются. Первое, что люди советуют, это не обращай внимания, или это возьми в себя руки и контролируй себя, контролируй свои эмоции, не поддавайся ни в коем случае эмоциям. То есть население очень запугано бесконтрольностью эмоций, потому что наше общество очень поддерживает то, что все под контролем, все должно быть под контролем. Но, во-первых, эмоции, они не контролируются, они просто есть, и мы можем просто или жить с ними в мире, жить с ними хорошо, поддерживать их, подпитывать их, правильно с ними обращаться, это как разное, как животное. У которого есть, например, кошечка, у которого есть своя природа. Можно сказать, не надо смотреть на эту кошку, не надо на нее обращать внимания, не надо ей заниматься, сделайте вид, что ее не существует. Перестанет ли она от этого существовать? Нет. Она просто будет плохо себя чувствовать, обкакает нам всю квартиру, или вырвет, или ей станет плохо, и нам тоже от этого будет не очень хорошо. Поэтому эти советы, они, в принципе, они очень-очень кратковременные, и они не решают ничего. Они только создают новые проблемы. Почему? Потому что в итоге потом вместо одной кошки у вас получается весь дом с тысячами кошками. Потому что если мы не обращаем на это внимание, оно просто плодится бесконтролируемо. Так происходит все в нашей психике. Что же тогда делать? Надо наоборот. Вторая причина, по которой люди не любят обращаться к своим чувствам, особенно если это какие-то не очень приятные ощущения, это страх боли. Он в нас заложен инстинктивно. В этом смысле нам надо, получается, идти против своего инстинкта. Например, воспоминания о каком-то нехорошем человеке, нехорошем происшествии, да? Мы хотим, так же, как от плохого человека, мы хотим от него отвернуться, мы хотим отдалиться, мы хотим дистанцироваться. И то же самое мы делаем с чувствами, которые связаны с ним. Вот. Но тут нас ждет ловушка. Почему? Потому что чувства – это наши. Человек-то, он его... И он, может быть, ушел со своими проблемами, которые он несет в мир, да? А чувства, которые у нас связывали с этим человеком, это наши чувства. И отказываясь от этих наших чувств, мы теряем какую-то определенную часть себя. И в этом проблема. Значит, что мы тогда делаем? Мы, наоборот, идем навстречу этим чувствам. Почему? Потому что, получается, у нас внутри какие-то субличности, проблематичные для нас, но они мы же и есть. То есть у нас нет выбора, нам надо с ними помириться, нам надо с ними поговорить, нам надо их выслушать. Скорее всего, если мы начнем с ними общаться, присоединимся к этому, то мы услышим, что они жалуются на то, что вот тот человек их обидел. И мы тогда, как своих маленьких родненьких деток, как своих родненьких кошечек, должны их погладить, принять, пожалеть, выслушать очень внимательно всю их историю, пропустить эту историю через себя, потому что это мы и есть. И присоединиться к этому мы сможем только если проживем это. И очень-очень сильно жалея себя и жалея вот эти наши чувства. То есть мы должны с ними разговаривать, как с нашими самыми хорошими друзьями. Относиться к себе как к самому лучшему другу. И быть себе лучшим другом, быть себе любимым человеком. И тогда все вокруг нам тоже станут милыми и любимыми.